В день памяти преподобного Серафима Саровского престольный праздник отметил Свято-Серафимовский храм Ростова-на-Дону. В торжестве приняли участие наши коллеги из епархиальной телестудии «Дон Православный». Им слово. В день памяти преподобного Серафима Саровского всея России чудотворца праздничная божественная литургия в Свято-Серафимовском храме города Ростова-на-Дону собрала сотни верующих. Один из величайших святых всех времен и народов, великий подвижник, апостол христианской любви. Множество прекрасных эпитетов можно подобрать, упоминая имя преподобного Серафима Саровского. И все же большинство православных предпочитают называть его просто и ласково – батюшка Серафим. Батюшка был очень добрый. Он приветствовал каждого приходящего к нему. «Радость моя, Христос воскресе». То есть любил всех, учил любви и, конечно, очень почитаемый святой. Великий старец тысячу дней провел в молитве, стоя на камне, основал Дивеевский монастырь, предсказал множество событий из жизни Русской Православной Церкви. Преподобный Серафим всегда призывал людей радоваться и переживать всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Нам бы хотя бы какую-то долику от того, как молился сам Серафим. И вот сегодня был я в храме, там думал свои какие-то там неприятности или какие-то невзгоды и тягости бытовые, что они по сравнению с одной молитвой Серафима. В нашей стране есть множество святынь, освященных в честь Серафима Саровского. Вот уже 110 лет Ростовскому-на-Дону Свято-Серафимовскому храму, который является не только пристанищем для верующих, архитектурной жемчужиной Донской столицы, но и местом, где набираются опыта будущие священнослужители, проходящие обучение в Донской духовной семинарии, действующей при храме. В день престольного праздника духовенство и миряне прошли крестным ходом. Благочинный приходов западного округа протоиерей Иоанн Осяк пожелал настоятелю, семинаристам и прихожанам заступничество преподобного Серафима. Я сегодня молился и просил, чтобы Господь положил каждому на сердце любите батюшку Серафима, великого пророка последнего времени. В честь Серафима Саровского также освящен источник в городском ботаническом саду. В день праздника множество верующих побывало на Кренице. Преподобный Серафим Саровский – наш любимый святой, который очень много помогал нашей семье, нам лично. Были чудеса, были исцеления. Он живой, он всегда с нами. Мы его очень-очень любим. Ублажаем, ублажаем тебя, преподобный. Наш Серафим.